Ух, ведьма! Честно признаться, да. А тебе чего надо, уважаемый? Да, мое глубочайшее почтение, Светлана Георгиевна. И чтобы не забыть сразу, да, как только стало известно о моей с вами беседе, то немедленно вам попросили передать. Я прошу засвидетельствовать. Вот список украденных вещей. Украли 2 магнитофона, 2 кинокамеры, 2 портсигара. Пожалуйста. Так челобитную царю подаешь. Позвольте, вы не хулиганьте. Что это за пьяные выходки? Я на вас жалобу подам коллективную. Да ты, я вижу, холоп, не уймешься. Юля Латынина, Уткин, Сталин ГУЛАГ, Венедиктов, Оля Журавлева, Иноземцев, Ройзман, Копейкин, знаете, великого художника –